сказать. Что мы вольные люди, а нас 2 недели по подвалам прятали. Это с этой стороны, а это с той стороны. Так, давайте в одну ширину перейдем. Ярославский Владимир Николаевич. Толя, Александр Александрович. Холоштяк Андрей Владимирович. Волохов Эдуардович. Савчук Олег Александрович. Копка Иван Георгиевич. Копка Роман Георгиевич. Фидык Андрей Васильевич. Дальше. Буглаев Владимир Анатольевич. Русский одежда. Голиков Николай Юрьевич. Ярославский Владимир Николаевич. Толя Александр Александрович. Волоштяк Андрей Владимирович. О, оставить. Сеня, береги ногу. Ну, формат был самый обыкновенный. Мы меняем одного на одного человека. Но нам удалось за счет того, что были российские военные, находились в числе обменяемых. Мы обменяли 13 на 14. Со стороны нашей было 13 человек, со стороны ЛНР было 14 человек. Ну, то есть, как бы, наверное, наоборот, то есть, как бы 14 мы забрали своих, отдали 13 их. То есть, как бы, ну, в принципе, мы здесь немножко в плюсе получились.